Всем привет! Меня зовут Бриджит, я из Америки, я учу русский язык. И очень-очень многие из вас спросили меня о моем опыте с Duolingo. Это приложение, где можно учить языки. И да, так что в этом видео я об этом расскажу. Давайте начнем. Ну, после того, как я закончила весь курс Duolingo, может быть, вы увидели мой пост в Инстаграме. Вы следуете за мной в Инстаграме? А? Да, потребовалось много времени, и я очень горжусь собой за то, что я его закончила. Да, после окончания курса я могу сказать, что да, я бы порекомендовала это приложение как полезный ресурс, но не единственный ресурс. Вот как я лично использовала приложение, чтобы учить русский язык, я все делала на компьютере, и я записывала все, что я выучила в тетрадь, и потом я написала все новые слова на карточке, или просто изучала тетрадь. Все это Duolingo. Duolingo очень хорошо обучает новые слова и помогает тебе говорить на новом языке очень быстро. Вы можете создавать предложения. Можно создавать предложения очень быстро. Duolingo очень легко использовать в метро, например, чтобы практиковать новый язык, чтобы запоминать новые слова. Но, конечно, одно приложение не научит тебя всему языку, но оно дает хорошую поддержку. Например, очень многие думают, что Duolingo не учит грамматики, но это не точно. Кстати, есть место, в котором есть много объяснений, но только если ты на компьютере, через браузер используешь это приложение или через Android, мобильный телефон. Если вы меня не знаете, я Бриджит, но я учу русский язык уже много лет. Я была в многих занятиях русского языка, и поэтому мне не нужно было полагаться на объяснения в приложении. И поэтому я рекомендую приложение как ресурс, конечно, но не единственный ресурс. И почему бы не попробовать его? Это приложение бесплатно, и можно учить очень много языков с ним. Кстати, я недавно начала учить суэльский язык, и я там практикую свой испанский язык в этом приложении. Кстати говоря, одну классную вещь, которую предлагает Duolingo, и о которой я недавно узнала, называется Duolingo Events. Люди устраивают события, на которых люди встречаются, чтобы говорить на языке, который учат. И это очень круто. Я сильно рекомендую посмотреть на страничку, потому что, может быть, там есть такие события в вашем районе, или вы можете создать их сами. Я узнала о событии испанского языка в Нью-Йорке, но вот что случилось. Я очень хотела пойти на это событие. Я накрутила волосы, я очень ждала этого, но выгляните в окно. Да, это очень хорошая практика. И последнюю вещь, которую я скажу на эту тему. Duolingo предлагает Duolingo Plus. Это платный сервис, где можно использовать приложение без реклам. Ура! И можно скачивать уроки. Это очень круто. И если вы решите, что хотите использовать эту версию, пожалуйста, нажмите на ссылку в описании. Цена для вас останется той же, но мне выплатят небольшую комиссию. Ну да, это мой опыт с Duolingo. Я часто его использую. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось видео. И да, пока.